Одинцовские единороссы в рамках проекта «Чистая страна» провели совещание по вопросу создания экопроекта совместно с образовательными учреждениями муниципалитета. Необходимость экологического воспитания подрастающего поколения обсудили на примере закрытого полигона в поселке Чистцы, который сейчас рекультивируют. Установленное на объекте оборудование помогает практически полностью сжигать газ и не выходить за пределы 500-метровой санитарно-охранной зоны. Как сообщила председатель окружного совета депутатов Татьяна Одинцова, рекультивация полигона твердых коммунальных отходов Чистцы должна завершиться в декабре 2022 года.